такая, Леша? Хорошо-то как. Хорошо. Свежий воздух. Даже вставать никуда не хочется. Вот легла и все. Хочу вот целый эфир, да даже целую вечность провести в этом кресле. Насколько оно удобное, комфортное. Да. Алексей Мичурин сегодня нам представит главное предложение только сегодняшнего дня. Кресло-шезлонг. Люкс. У Алексея трое детей и одна жена. И у него таких шесть кресел. И, конечно, я называю это кресло повышенной комфортности, потому что оно позволяет нам не только сидеть вот в таком вот традиционном положении, но и перемещаться вот в такое положение. То есть легко мы с вами сидим. И главное, безопасно. И легко мы находимся с вами в горизонтальном положении. Вот это положение называется положение нулевой гравитации. То есть это кресло способно так комфортно распределить ваше тело, что вы его не чувствуете, как гравитация, как когда отсутствует притяжение Земли. Тем самым у нас расслабляются суставы, у нас расслабляется поясница, у нас расслабляется спина, плечевой пояс, шея. И мы с вами отдыхаем и наслаждаемся природой. Такое кресло, конечно, должно быть у каждого на даче. Слушай, смотри, я прям даже переворачиваюсь, я на месте, да? Да, и так тоже можно. Безопасно, абсолютно. И так тоже. Друзья, посмотрите, здесь есть у нас подголовничек, который перемещается. То есть вы можете его положить под голову, можете переместить чуть ниже, подложить его под шею, чтобы у вас комфортно шея не затекала, а можете передвинуть и положить под поясницу. То есть очень удобная вот такая передвижная мягкая подушка. Сам материал, который здесь применяется, во-первых, он красивый, Оль, да? Яркий. А во-вторых, это текстилен, это материал, который создан специально для уличной мебели. То есть он не боится солнечных лучей, он не боится влаги, он продувается, то есть он моментально высыхает, если на него вдруг попали капельки дождя, либо вы легли в мокрой одежде. Посмотрите, просто смахиваете их с этой поверхности, дальше даете немножечко постоять, чтобы ветер продул его, высушивается моментально и используете. То есть это кресло можно использовать и нужно использовать на улице. Отлично, то есть и помыть вот можно. Если грязные ботинки в огороде, оно всегда не дай бог испачкали, быстренько протерли, еще нормально. Обрати внимание вот на это двойное плетение, это резинка, идет так называемая банджи-система, которая поддерживает ваше тело максимально комфортно. Вот когда я говорю о нулевой гравитации, невесомости, на вас давит притяжение Земли, а снизу поддерживает вас вот эта банджи-система очень комфортно, и вы чувствуете абсолютную невесомость. Каркас данного кресла выдерживает 120 килограмм живого веса. То есть легли, еще можно поворочиться чуть-чуть. Ну и плюс одно движение, и у вас кресло в собранном состоянии. То есть ничего, никаких дополнительных механизмов, инструментов вам не надо. Также в одно движение вы его и раскладываете. Удобно. Сложили, поставили, положили в багажник, отвезли на природу, там приехали и быстренько вот таким образом разложили. Великолепно. А? Это самая главная покупка только одного дня. Самая выгодная цена, действующая только сегодня. 3999 рублей. Максимальная экономия, которая доступна только сегодня. Завтра этого предложения уже не будет. Партия у нас ограничена. 3999 рублей. Супер цена. Таких цен нет нигде. Так, смотрите, цвета. У нас есть черный цвет. Наш гость Глеб, важный такой гость, смотрите. Ох, вальяжно как расположился. Ему одно удовольствие лежать, правда? Даже лучше, чем в гамаке. Гораздо удобнее. Еще у нас есть голубой цвет. Цвет, знаете, такого спокойствия. Вы смотрите на него и расслабляетесь. Если у вас такая, знаете, сложная работа, и вы приезжаете на дачу для того, чтобы максимально выдохнуть и расслабиться. Голубой цвет лично от себя рекомендую. А оранжевый – это известный антидепрессант. Это такая яркая витаминка сочная в виде апельсинчика или мандаринки. Ну, Алексей Мичурин хочет, чтобы все соседи на даче издалека, через три участка видели, что у него есть кресло-шезлонг салатового цвета. Чтобы всегда была весна у вас на даче, берите салатовый цвет. Мне он нравится, это самый яркий. Но на самом деле у меня есть все цвета, я уже сказал, что 6 цветов, 6 разных кресел у меня на даче. И уже это будет третий сезон о практичности и о долговечности, если говорить. Кресло универсальное, то есть вы можете его использовать
использовать не только летом, но и зимой. У меня в гараже, допустим, стоит кресло, смотрите. И вот так вот я прихожу после работы, прежде чем бежать домой, Олечка, ложусь там и чашечку кофе выпиваю. Сколько уже времени у тебя на даче? Третий сезон. Третий сезон в этом году, и это самое удобное место, самое удобное кресло, которое только было у меня. Слушай, ну на самом деле у меня вот, например, есть шезлонг, как вот в отелях, вот этот пластмассовый. Это не то. Возле бассейна. Это все не то. Я поняла, что это вообще не то, вот после того, как я присела на кресло шезлонг, из которого я даже вообще уходить теперь не хочу. Хочу здесь вечно находиться, но мягко и удобно. Я как-то на шезлонге на своем пластмассовом заснула и проснулась от боли. Вот здесь вот у меня вот прям спина и заболела, и плечо. У меня даже затекло прям жутко. Олечка, здесь такого не будет. Во-первых, это кресло мягкое. За счет текстилена и за счет банджи-системы, за счет резиночек, на котором оно закрепляется. Это раз. Во-вторых, здесь вы посидели, устали сидеть. Вы легли, устали лежать. Вы можете занять полулежа положение, потому что здесь не только есть сидячее и лежачее. Здесь можно зафиксировать положение и промежуточное, если вам в этом есть нужна. Здесь, посмотрите, под подлокотниками специальные фиксаторы. Вы выбрали нужное положение, вот таким образом раз и зафиксировали его. Все, кресло никуда не едет. Хотите чуть-чуть другое? Пожалуйста. По сантиметрику фиксирую, можете себе прибавлять, да, и вот таким образом фиксировать. То есть идеально подстраивается под самое удобное для вас положение. То есть можно в любом положении за столом сидеть, вместо стульев можно использовать шезлонг. А потом в случае необходимости сказать всем: так, я в космос, гравитация, ты же так называешь вот это положение. Да, и да, все, и отдыхать, как здорово. Максимально расслабленное тело, когда у вас, ну и посмотрите еще раз, потому насколько выдерживает это тело вес, это тело, иди, насколько это кресло выдерживает вес? 120 килограммов. Сколько тебе килограммов, Глеб? Сколько килограммов? Ну, килограмм 30, наверное, да? 69? И я 69. Вот как же здорово, друзья, заполучить такое 120 килограммов. С родными, близкими, на природе, наслаждаться, отдыхать, а не только работать. 3999 рублей – это шок-цена. Таких цен нет нигде. Ну, самое необходимое для нашей дачи, для того, чтобы мы с вами полноценно отдыхали всей семьей. Я уже представляю, как вы с подружкой будете сидеть, болтать о том, о сём. Коктейльчик. Ой, спасибо.